прошлой серии. Крылья! А? Крылья! Крылья, крылья, крылья! Крылья! Резать. Красный режь. Но здесь только черный. Я была рада с тобой служить и ебаться. Гена, как похуй на то, что мне похуй, а на то, что мне не похуй, мне похуй. Изгоняю, поглощаю, дома выпил чаю. Ух, сука! В общем, до свидания. Второй этаж, первый этаж, еще раз первый этаж. Здесь вообще были этажи? Да, я скачала, вот. Я знаю того, кто шарит за бесконечные коридоры. Кто это? Человек бензопила. Зови его, ты ебудал или что? Вижу, напарничек, у вас лежит бока. Привет, они тебя обижают? Разве мы ее обижаем? А хули ёпта? Кто из вас, мазафакеров, наложил порчу на мои сишки? Ты неправильно поступаешь, гаджи. Чего, блять? Воспитателей нужно сразу посылать нахуй. Нет, нужно выдерживать драматическую паузу. А может, ты пойдешь нахуй? Дай секунду. Нет, ты иди нахуй. В этот раз нужно будет защитить девочку. Мне интересно. Скука-то. Я и пальцем не дам притронуться к ее нежной коже. О, чувак, ты чё, паришь? Ничего себе. Видал, как я умею, а? Я назвал эту технику левитирующие ножи. Не достались сто ругожи мне, пизда. Блядь, я не знаю я вкуса проклятия. Чё приебался? Повторю, он как у тряпки. Да мне похуй, понимаешь? Вперед, мустанг, разорви этих швалей. Братан, ты должен убить ту девку. Я ее убью и заработаю денег, чтобы сын был сыт. Назови сына сыт, и он будет сыт всю жизнь. Просто сохраните мне жизнь. Блядь, ты что снимаешь? Сперва нужно ослабить Годжа, поэтому я купил машину на ван, что вы дали. Я устал слушать твои бредни о выхлопных газах, которые засоряют атмосферу и убивают людей изнутри. Тогда ты тупая амеба. Эй! Блин, дурашка, я хотел тебя просто поддержать. Да ладно, ты еще жив? Мы еще не начали сражение. Я про возраст, деда. Неожиданный удар калачиком. В юности у меня был питомец, но после того, как брата установили, пришлось завести собаку. О, с ней будет легко разобраться. С тобой будет легко справиться. Ты это мне или мне? Бедная твоя мать, кассирша. Ух ты ж, ёбаный багир, идем на сближение. Но разве мы не должны спасти эту обезьяну? Давай не будем спорить и просто пойдем на пляж. Есть поговорка, скажи мне, кто твой друг. И оба идите нахуй. Сатору, я пытался присунуть тебе огурчик в задницу. Ты что, держишь технику денно и ночно? Ну и молодец, а то если охотник с ножом в спину. Я его материализовал? А нельзя понежнее как-то? Уйди. Эй, спокойно, отведи девочку. А я задержу его ценой жизни. Я умру, а ты будешь плакать. Твоя бесконечность непробиваема. Еще бы, ведь у нее нету ни штрих-кода, ни цены. Узри же мое идеальное насилие. Знаете, девушки, я всегда считал так. Если жизнь это вызов, то... Я перезвоню. Давайте, уходите, сливайтесь, я не хочу сливаться. Вы должны слиться с великой Тенген. Как будто с другом катку сливаем. То, что ты делаешь, это не позорно. Позорно было бы это не сделать, понимаешь? Вот оно, великое древо. А ты вот где-то там тычинкой будешь. Я провела с вами столько времени и захотела стать как Сатору. Ой, словами не раскидываются. Какими были его последние слова? Надеюсь, девочка в безопасности. Хм. Поглощу его проклятого духа. Жесть, а ведь у меня даже магии нету. А червяк на плече — это мой глист. Я растил его лет с 13. Хотя ты с его ролью справился бы лучше. Боже мой, тело остыло, пока его ко мне принесли. Пойду разогрею. Я пошел на это дело только потому, что ты сказал, что они угрожают моему сыну. Ничего ему не угрожает, смотри, какой вырос. Это глист. А я думал, ты его магуми называешь. Эй! Ты что, охуел? Я ожил! Знаешь что? Да, что? Смотреть на тебя больно. Внимание. Да ну нахуй, блядь. Как ты это делаешь? Допустим, я рисую обычным карандашом, и тут бац, он красный, а вы синий. Вот Годжа, да я такого его я никогда не выиграю. Тебе стоит стать против Годжа. Да он же меня ёбнет нахуй. Не, просто позлей его, поубивай людишек, там, немножко насилия. Блядь, а я хочу его позлить. Эти девки роняли капли воды на горячую сковородку с маслом. Убить кого, блядь, даже в голове заговорился. Убиваю там людей, он дебл как слон бешеный. Повтори-ка мне это в лицо. Он уже не тот, кем ты его знал. Не признала тебя. Богатым буду. Сатору, судьба сделала нас друзьями. А будь у тебя сестра, она бы сделала нас семьей. Я Мегуми, сын улицы, ёпта. Слушай, твой отец. Твой отец завел детей не просто так. Он завел детей, потому что дети перестали заводить его. Моих родных съели у меня же на глазах. Та же история. Вот, скормите их рыбам! А меня за что? Город под подошвой. Город под подошвой. Город под подошвой 4. И с Оксимироном город под подошвой 4! Женщина, у тебя борода с лба свисает. Все для того, чтобы не видеть твое тупое ебало. Да еще и старая. 4 листа клевера символизирует твою пизду. Боже мой, понабирай долбоебов, да потом и думает, что я женщина.
Эта девушка думает, что любит Итадори. Тысяча кабанчиков. Ёбаный ротик. Думаю, у них не сложится. А чё так? Итадори любит сисястых блондинок. А ты? Не сказать, чтобы. Ну вот и разбежности в характерах. Ты, придурок, должен сказать нам спасибо. За что? Мы сохранили последнее, что ты еще не потерял. Да, твоя девственность. Превратите меня в что-то, блядь. Так ты и так, когда сколько навылезешь, будешь бабочкой. Ебало, закрой Пуджи его лучшие годы. Спасибо. А я думал, для превращения нужен поцелуй. Это будет лучший бой этого сезона, чмыри. Для победы мне нужен Годжа. А чтобы встретить Годжа, мне нужна победа, блять. Представляю, как алкаши обижают моего брата! У тебя вроде нет брата! Как нет? Разъебать ему подмышку! Чего? Чё-то не получается. Слушай, а если убить его средним пальцем? Fuck you! Всё, не могла сегодня выбрать между заварным пирожным и дрожжа в глазури, знаешь? Сбой в программе. Я умер. Ты меня вообще слушаешь? И тогда Шибу накрыла завеса. В итоге остался лишь я и хорошая тысяча людей. Да, если я сейчас убью всех, блядь! Ты представляешь, моя сестра техникой видит сквозь глаза ворона. Так это ж хуета! Тихо! Ты тоже закрой ебало, пиздюк. Понял? Мой ворон сказал... Что? Ничего, вороны не могут говорить, дебил. Приятно пообщались. Давай. Эй, ты, борзая рыла, знаешь, кто мой отец? Кузнец! Я тоже таким вырасту! Эй, подать огоньку! Разберись с ним, я возьму остальных на себя. А? Нельзя, чтобы люди были помехой, раз так пускай помогают. Поцелуй очко деда. Джуга, я говорю тебе, ты там нахуй не нужен, останься дома. Джуга, если тобой бы командовал Гет, то он бы сказал, что ты здесь нахуй не нужен. Он мне голову оторвал, я хочу мести. Максимум, что ты сделаешь, это поцелуешь его вонючую пяточку. Ты поцелуешь мою благовонную пяточку. Гет вообще так не говорил. Бу. Хана мне. Мы запечатаем Годжо, потом немножко пепси, швепси и будем праздновать. Бля, сейчас мне бошку оторвёт. Что-то плохое случилось? Мой муж сказал, глотай. Глотай, ничего не будет. Но я... Как ты же... Не знаю. Ёканый крендель, бубалёк. В тот момент я понял, что надо делать. Бля, эта фраза не помогает понять, что нужно делать. Сатору, а правда, что когда ты читаешь книгу, книга получает знания? Эта машина создана специально для гомы. Не, давайте просто... Культ восприятия равняешь по вкусам, произнося личину вкуса в твоем теле и душе. Сатору, носишь боксерки, которые я подарила? XXL. Ты их сам порвал в ту ночь, ты должен знать, ты не настоящий! Привет, я Лунтик, я снова с вами! Сатору Годжа стянули трусы и запечатали. Кого, его ли трусы? Все, идем домой! Черт, не поцарапался ли? Думаешь, мы зря перешли им дорогу? Эй! Шлагбаум? Четыре мужика не смогли унести Годжа. Почему? Потому что так решил сценарист. А, точно. Вероника в 300 метрах! Ты где? Тебе грозит опасность! Что за хуйня? Это Итадори зовет меня дать ему пизды. То есть после стольких трудов ты говоришь, мы должны убить Итадори, вместо того, чтобы обсудить все за чашечкой кофе? Он убил моих братьев, и я думал, что это заебись, но потом стало скучно. А мне вообще похуй, я Сатору жопой был. Ладно, надоели вы мне, уродцы. А вот это Ино Такума. Так я его знаю, это же тот, который... Wikipi Rocker. Пойдем же, снимем эту завесу. Бля, ты не убил его с одного раза. Дед, заебал, сдохни уже. Получай, скотыня. Стой. Мы можем так-то поговорить. В каком-то уже классе. Сейчас падает, крылья. Давай птицу. Крылья. Он уже тут. Коленки. Упал с 15-го этажа. Я там был, это пиздец. Я туда. Ты будешь бежать, но будто бы не бежать. Поверь, оно тебе не надо. Бесполезная девка. О, гости, отлично! Я дам тебе шанс уйти здоровым. Чего? Можешь считать меня жестоким, но жестокость — это когда сломал зуб казинаком. Улыбочку. Это была первая часть, и если... Субтитры сделал DimaTorzok.